Сегодня нам всем повезло, потому что мы будем смотреть фильмы и разговаривать с человеком, который имеет отношение к Загребской школе гимнастики. В Загребе организовалась когда-то студия. На нее пришел еще совсем юный Боревой Дуникович, он же нынче Борда, такой псевдоним. Из автобиографии Борда. Ребенок получает талант, естественно, генетически. Среда и образование только развивают его. У моего отца, я понимаю, не было никакого вкуса к искусству. Может быть, он был у моей матери. Я помню, как она красиво писала. Но она умерла очень рано. Мне еще не было 5 лет. Важно то, что я начал рисовать. Как я начал? Конечно, русский язык Борда требует некоторой корректировки. Я всегда был с карандашом в руке. И вот, видишь, вот здесь у меня на пальце, вот здесь всегда свет от карандаша. Да, у меня тоже. Фильм Борда «Уроки ходьбы» получил множество призов, как, впрочем, и все остальные фильмы. После смерти моей мамы, говорит Борда, я жил у тетки или в детском доме. Я всегда был бездомным и мечтал о родительском доме. И мечтал о своем подвальчике, где бы я хранил свои таинственные семейные реликвии. Мой папа был городским полицейским. Он не любил кино и говорил, что кинематограф обманывает людей. Поэтому я ходил в кино очень редко. Слишком академически. Там было такое традиционное рисование, а Борда любил иллюстрацию. Там этого не было, и после 2 семестров Борда ушел. Впрочем, как и его герои, вы видите, совершенно отчетливо выражает свое неприятие чужих идей. Если говорить про нашего дорогого Борда, по-моему, он не знал провалов. Вот вы мне показали список его фильмов, а там 10-15. Это все великолепные фильмы. Что-то непонятно, чтобы у режиссера не было провала. Наверное, у него были, он вам их просто не назвал. Я его впервые видел в 66-м году. На фестивале «Мамай». И был фильм «Борда. Церемония». Но познакомившись с Бордом, я с ним сильно поспорил. А там все дело в том, что фотограф устанавливает группу, чтобы сфотографировать. Она заставляет сесть, лечь долго, и значит, компания опять. И когда они наконец восстановились, он там из пулемета всех расстреливает. А я военный человек, для меня еще свежий в памяти. Война, мне казалось, что шутить на эту тему кощунственно. Сейчас я уже, может быть, так бы не стал с ним говорить. Он очень удивился, потому что всем остальным этот фильм понравился и все смеялись. Но это вопрос биографии каждого.
Этот фильм о любви один из последних фильмов Борда. Может быть, это история любви самого Борда и Весны, ставшей его женой и помощницей. Вы только что видели ее на экране. Дорья! Беги! Вот и сам Борда. Бездомный маленький заброшенный мальчик обрел свой собственный уютный и теплый дом. Я был в самом начале нашей анимации, вот, как, скажем, первая секунда. И Борда говорит, что они организовали анимацию в Загребе без всякой посторонней помощи. Сами были экспертами и учителями. У Борда в группе было 5-6 студентов, и среди них Душан Вукотич, который позднее стал самым знаменитым из них, получившим Оскар. А пока что вы смотрите один из моих самых любимых фильмов «Любопытство». Борда вспоминает о своем детстве. Он говорит: «Несмотря на скептическое отношение моего отца к искусству, именно он заботился о том, что мне нужно. Карандаши, тушь, бумага, кисточки и так далее». А ты не боишься вообще вот этого белого листа бумаги, когда ты начинаешь что-то, перед тобой лист бумаги белый, и вот ты берешь карандаш, и может быть... Знаешь, когда я боюсь? Прежде этого, до этого. В начале? Начале, потому что... Я понимаю. Но модерн, анимации, это нельзя работать как классическое. Надо что-то чисто сказать, спартанское. Немного, нет художественного театра. Надо быстро, чисто сказать, что конечно. Это были, разумеется, немецкие фильмы, поскольку была в то время немецкая оккупация. И Борда был главарем среди мальчишек. Он говорит, что мы издавали журнал, который, конечно, делался в одном экземпляре. И Борда, естественно, был редактором, делал иллюстрации, сам печатал все на машинке, печатал там и стихи, и параллельно даже писал роман. Ну, давай кулек и хлопай. Вроде ничего. И все фильмы, нельзя их подводить под один номинал. Они разные фильмы, разные идеи. Но в каждом из них, в общем-то, в каждом из них сам Борда присутствует. Вот это вот удивление тому человеческой глупости, да нет, не, пожалуй, не человеческой глупости, а чудачеству человеческому. В его фильмах все,
чудаки. Это, по-моему, больше всего видно в его фильме «День жизни». Обыкновенный день жизни обыкновенного человека, маленького человечка, как говорится. Причем, я должен сказать, что Бордо, он далек от классической школы, хотя я знаю точно, что все они воспитывались на диснеевских фильмах. Но у него своя школа, своя манера. Очень простой, лапидарный набор жестов и мимики. Очень простой. Но это небольшим набором он оперирует виртуозно совершенно. Переход от испуга к радости. Все это почти без перехода. И вот это «День жизни» — это больше фильм про каждого из нас. Случилось такое, что я как бы почти вплотную прикоснулся к своей будущей профессии. Однажды мы с друзьями организовали такой, что ли, дома кинозал. Один сделал проектор из торшера, а я стал рисовать картинки на целлофане от мармелада. Мы показывали это все на стену, просто на стену. А подготовка была важнее результата. Ну и кроме того, конечно, начало моей работы на этой прозрачной пленке вытянуло, прежде чем я дорисовал все до конца. Вот это «День жизни» — это больше фильм про каждого из нас. Это безумно веселый, смешной и безумно грустный фильм. Что в этом видишь и свою собственную прошлую жизнь. Вот так вот она незаметно и проходит. Маленьких радостей, маленьких огорчений. И главное, что незаметно. А сейчас вы видите фрагмент заметной жизни, и не маленькой, а очень большой и веселой полноценной жизни на нашем фестивале «Крок». И здесь, на фестивале «Крок»,
Борда Домникович сидит вместе со своим коллегой и с режиссером из Москвы Вячеславом Котеночкиным. Вместе они сделали фильм «Странная птица». Совместное производство союзных фильмов и Загреб-фильма. Борда вспоминает, в первые годы после войны, когда он вернулся домой, он не мог работать над комиксом, который так любил, потому что при коммунистическом режиме комиксы считались как бы второсортным западным искусством. Только после разрыва с сталинизмом в Югославии наступили более свободные времена, в том числе можно было уже рисовать комиксы. Это был 1950 год. Борда, молодой студент художественной академии в Загребе, работал в юмористическом журнале «Керенку». Рисовал там. И Борда пригласили его же товарищи-карикатуристы делать анимационный фильм. Он согласился работать ассистентом у Вальтера Неггебауэра. Это было счастье. И после этого первого опыта, первого хорватского анимационного фильма, Борда, как вы уже знаете, ушел из академии и посвятил себя анимации. В 60-х Загребская анимационная студия была как вулкан. Множество талантливых имен, проектов. С деньгами вообще не было проблем. Студия Загребфильм субсидировала государство. Забота была только одна – делать хорошие фильмы. Всегда душ нету. Человек как профессионал должен это понять. Я чувствую, мне придется Борда еще чуть-чуть помочь. Как первый раз. В душе у профессионала должен быть любитель, чтобы радоваться, как будто в первый раз. Можно, конечно, сделать кино как рутинер, будет, может быть, хороший фильм, но не будет этого, не будет души. Борда пишет, секрет Загребской студии, на мой взгляд, в том, что у нас была финансовая и творческая свобода. Было только запрещено критиковать Тита и социализм. Сейчас я могу только мечтать о тех временах. Дикий капитализм – не самое лучшее время для всех творческих людей. Фильм «Крэк» как раз говорит о том, что человеку более всего нужна свобода, свобода творчества, свобода действий. Вот эта смешная лягушка, может быть, и есть та самая неистребимая тяга к жизни. А я лично помню, что где-то во второй половине 60-х мы увидели на своем мультфильме вдруг целую серию фильмов «Загребской школы». Мы были настолько поражены, шокированы и совершенно остолбенели, что, знаете, не то, что в себя долго не могли прийти, а просто все быстро-быстро стали использовать вот эти лаконичные, выразительные, поразительные, что называется, примеры движения рисования в своих же фильмах. Это можно совершенно отчетливо проследить, если посмотреть фильмы того периода студии «Союзмультфильм». И вообще в историческом плане фильмы Загребской студии – это явление поразительное. Это одно из самых ярких вообще течений в анимации всех времен и народов. Thank you.
надо мне озвучивать жесты Борда. Первую идею нельзя хватать. Надо, чтобы она в голове поработала. И когда ты чувствуешь, что должен сделать, когда не можешь без этого, делай. Это пассажир второго класса. Пожалуй, самый известный фильм из тех, которые сделал Борда. Человек едет в поезде жизни, а вся жизнь здесь, в вагоне и за окном. Спросил как-то у Борда, как получаются фильмы такого уровня, всегда такого уровня. Он ответил, нужно радоваться, как в первый раз, любить, как в первый раз, ждать и искать. Каждой идеей жить, и когда ты чувствуешь, что это то, что нужно, а это зависит от солнца, от луны, от всего. Анимация – это душа. Она оживает сама, с любовью. Любовь – это главное. Надеюсь, знакомство состоялось. Однако, конечно, не смогли мы показать все его фильмы, я имею в виду все фильмы Бордо. Да его товарищи хотелось бы показать, потому что в Зарыбской школе есть колоссальное количество, ну, просто шедевров, просто совершеннейших. Не знаю, это золотые россыпи. Надеюсь, мы вам их как-нибудь покажем. Всего доброго.